Всем привет! Мы с вами в магазине Fix Price. Это Москва, поселок Восточный. И в магазине появилось очень много новинок, так что оставайтесь со мной и вместе с вами посмотрим новинки в этом магазине. В продаже появился набор для вязания производства Китай. Состав полиэстер и полипропилен. В набор входят спицы, пряжа, инструкция. 110 грамм и 60 метров длина мотка и вот такие разные расцветки. В отделе косметика появились новые крема, и сейчас мы поподробнее рассмотрим. Черный жемчуг, крем дневной для лица. Это питательный крем, интенсивно питает, улучшает цвет лица, устраняет сухость и шелушение. Крем не содержит спирта и защищает от основных факторов старения кожи. Следующий крем — это фирма Витаника, это город Казань, увлажняющий крем для сухой и чувствительной кожи. Срок годности 1,5 года и номинальный объем 60 мл. Также есть активный уход крем для лица. Он интенсивно питает и восстанавливает кожу. Следующая — золотая маска. Маску я себе уже покупала, я ее протестировала, и мне она очень нравится, я всем советую. И цены вот на крема. Также из серии Витаника крем уход за телом. Крем 400 мл, цена 77 рублей. Супер увлажнение, экстра увлажнение, вернее, экстракт лотоса, масло ши и провитамин В5 входит в этот крем. Очень удобная крышечка, защелочка такой вот здесь, она открывается, удобный. И также Витаника за 55, 315 мл, это лосьон для тела. Лосьон восстанавливающий и питательный. Восстанавливающий с маслом кокоса и питательный с манго. И крем для ног. Тоже Витаника, смягчающий и освежающий. И все это город Казань. Цена 55. За 99 рублей появился новый набор, интересный для рукоделия. Я приобрела такой набор для рукоделия, и сейчас мы с вами посмотрим, что находится внутри набора. Итак, я сняла уже пакет, и здесь у нас синтепон упакован, нитки и вот такая вот аппликация, которую нужно вырезать. Значит, здесь указано: прогладить утюгом с изнаночной стороны, вырезать по пунктирной линии, сложить детали лицевой стороной наружу, сшить с помощью петельного шва, оставляя небольшое отверстие для заполнения шариками. Шариками. А ну, здесь типа маленьких шариков. Да, типа маленьких шариков. И заполнить, помогая карандашом, в более узких местах. И зашить отверстие. И получится вот такой вот мишка. Наборчики для семейного творчества изготавливают в городе Зарайске. Это Россия, Московская область. И можно собрать всю коллекцию с разными зверюшками. В нашем магазине мишка, собачка, сова и кошечка. В хозяйственном отделе тоже есть новинка. Вот такой вот огромный кондиционер на 2 литра. И цена его всего лишь 99 рублей. Для автолюбителей тоже есть новинка. Вот такая вот подушечка на подголовник автомобильного сиденья, цена 99 рублей. Она типа такая, как вельветовая, можно сказать. Вот такая идет резиночка, которая одевается на подголовник. И есть молния, в котором
набит синтепон. За 77 рублей появились трусики новые расцветочки, вот такие бежевые, розовые, на резиночке они очень хорошего качества, приятные. И здесь 95 хлопок и 5 эластан. Заметно прибавилось чулочно-носочных изделий. Очень много появилось новых носочков, уже утепленных. И вот одни из них, вот такие вот носочки с оленями. Несколько расцветок есть. Они уже такие утепленные. Размер 23-25. И здесь у нас 85 акрил, 10 полиамид и 5 эластан. И похожие тоже носочки. Цена 77 рублей. Здесь состав уже получше. Здесь 73% хлопка и остальное полиэстер. Также в Фиксе опять появилось тесто для лепки, пластишка, 4 цвета по 80 грамм, есть разные цвета, вот так они выглядят. И особенности теста — это растительные компоненты, которые не пристают к рукам во время лепки, отвердевает на воздухе и легко смешиваются цвета. И еще одна новинка — арт-блокноты по 77 рублей. Просто невозможно оторваться. Такие красивые, очень яркие. Они все абсолютно разные. Согревающие душу арт-блокноты с мудрыми мыслями великих людей для вашего творчества и умиротворения. Изготавливает город Ярославль. И все они разные, яркие, красивые. И со своей тематикой. Классная новинка за 199. Набор воздушных фломастеров, меняющих цвет с трафаретами. Цена 199 рублей. Два волшебных фломастера, 14 фломастеров, меняющих цвет, и 2 воздушные трубки. Более 20 трафаретов. Воздухом можно создавать интересные рисунки и эффекты. И еще одна новинка за 199 рублей. Картины по номерам. Наверное, многие знакомы с этими картинами, многие заказывали их через интернет и магазины. И теперь они появились, пожалуйста, у нас в фикс-прайсе. Можно покупать. И абсолютно разные картины с разными эскизами на выбор, кто кому какая нравится. Произведено в России, в городе Ярославле. В наборе уже идет картина, краски и кисточка. Также в продаже новинка за 99 рублей. Отличная, просто отличная по качеству подставка для ножей. Очень понравилась. Сделана красиво, качественно, красивые цвета. Верхняя крышка вот эта снимается. И она предназначена для ножей. Также можно ножницы туда, видите, положить, как на картинке поставить. Производство Китай, полипропилен. Состав полипропилен. Ланчбокс на 4 секции, 77 рублей цена, сделан в России, не содержит бисфенола А, очень хорошего качества,
изготовлен из полипропилена, можно использовать в микроволновой печи и можно мыть в посудомоечной машине. Вот так он выглядит в открытом виде, легко открывается. И есть еще одна секция, ну, похоже, что типа для бутербродиков, она такая небольшая, тоже на защелке. Вот такие симпатичные ланчбоксы. От Kitchen в продаже поступили диспенсеры для фольги и пергамента. Есть несколько расцветок. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. До новых встреч. Всем пока.